этот бом. Я вижу, ты не против совсем, только один за меня. Где-то ты такая красная, как прямо как когда-то бом. Я вижу, ты не против совсем, только один за меня. Я ненавижу черных, так же как и белых. Тупо презирают твердолобы, как и мне хотела. Люди ненавижу мусульман, как и Фатима. Меня могут не понять, меня могут не просить. Я слишком рок-стар, до этого дерьма. Меня могут не понять мои фанаты и спонсоры. Стар, до этого дерьма. Меня могут не понять, меня могут не простить. Я слишком рок-стар, до этого дерьма. Меня могут не понять мои фанаты и спонсоры. Город, в городе, я из зоны,
только двое. У тебя, надеюсь, тоже кто-нибудь второй. Иначе нас задушат мегаполис. Мы все хотим войти в историю, но попадаем только в сторис. Настолько двое в этом городе, настолько двое. Я и мой отец, я и моя паранойя. Я и мой Сизифов труд, победить Сизифом комплекс. Я и мой огромный член, что скрывает скромность. Я ради клуба, мне не нужен никто. Что я всегда смогу сам сделать вперед, сейчас не дохну. Вышло так, что я не смог. Спасибо, солнечный Питер, что ты гонял меня по улицам своих, как ты на репите. Что ты считал мне строки Библии, Корана, Тора. Учил меня рэпом и шансоном, баловал хардкором. Играл на струнах души моей, как на контрабасе, да. Наш животный джаз бэт, как всегда, прекрасен. И пусть в нем настолько двое. Осторожно.
душу свою, смотри мне в глаза. Стоп-кома напротив, отличный обзор. Кладешь в моей кровати, смотри внимательно. Окей, следующая песня посвящается всем Антонинам и Антонам, Тохам. В этом зале есть здесь такие? Поднимите руки, Антоны. Антонины. Нет Антонов, да хорош. Или меня не слышно, я не могу понять. Отлично, эта песня для вас. Радостным и беззаботным. А вдруг хотя бы на минуту я обо всем забуду. Я выкручу все лапочки, заколочу все окна.
Ну что ж, жду ваши ладошки. С днем рождения! Сегодня ты скажешь вот то, что я обычно говорю. Давай. Чек, у меня есть байка про Сергея. Я его знаю со школы. Сегодня его вспомнил. Я хочу, чтобы мы все выпили просто за его здоровье. Выпить
Выпил-передал. Серьезно, не больше вам сейчас. Детям не давать. Так, ну ты все равно идти не отходишь. Давай, скажи, что, снимите, пожалуйста. Оставьте, пожалуйста, телефон и снимите то, что сейчас будет говорить Артем, потому что у них очень-очень важные новости. Достали? Услышали? Вам именинник говорит, между прочим. Друзья, как вы можете обратить внимание, группа «Анакондас» не употребляет наркотики, но крепко пьет. Чего и вам, друзья, желаю. В общем, не употребляйте наркотики, это все хуйня собачья. Вот, а наша следующая композиция всего лишь преувеличение и охуительная шутка. Мы надеемся, что вы понимаете. Я создаю силу, ты же на пик, но чип, между пик, это самое тяжелое. Но для меня
Моя мама Барак Обама, мой муж, Джордж Буш.
пути, и дорога всегда возникает только под шагами идущих. Только если совсем.
половиной года. Успели записать, выпустить альбом. И сегодня мы начали концерт его первой песней, а закончим последней. Спасибо большое. Живите долго и процветайте, друзья! Спасибо, удачи, до новых встреч!